Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. Итак, шестая часть потянет не на полноценный трип, а так, на трипчик. Небольшое такое, как бы, путешествие, хотя, по впечатлениям, на полноценный трип потянет. Итак, что мы тут видим? Я нахожусь в Остольном Вограде в Риге, станция Браса. И вот тут вот рядом с мостом, по которому проходит Мия-Рояла, находится улица Гауис. И, соответственно, интереснейший арт-объект находится... Сейчас покажу, как пройти. Значит, вот мы чешем по Гауис. Можно доехать на трамвае, можно доехать, да на чем угодно можно доехать. Тут вот будет соответствующая презентажка по скульптурам и так далее. И тут вот, понимаешь, начинается уже сам акшен. Вот. Значит, нужно дойти по улице до вот, соответственно, такого пейзажа. А, это, кстати говоря, у меня тоже видно в рижской граффити 54. Там презентация по граффити. И вот заходим вовнутрь. И дальше, собственно, уже рассказ о путешествии. Так, я нахожусь недалеко от Брасы. Предположительно, относится объект к Латвия с Максла некую комбинации. Граффити здесь просто охренительные. По городу я еще таких не видел. Ну, есть похожие, но все-таки объект, обращающий на себя внимание. Вот. Зацените панораму, атмосферу. Еще один охренительный дворик рядом. Заснимем. Бродишь такой, бродишь. И понимаешь, что где-то в местности сталкера Тарковского. А то и самих Стругацких. Эх, люблю бродить, люблю сталкерство. Полный вид некоего чуда дизайнерской мысли, художественной. Я бы назвал эту аранжировочку изобилие. Мало ли, может, кто не видел, Малевич нарисовал красный черный квадрат, а тут черный круг. Явно что-то
Ностальгическая. Возврат к классике, видимо.